На очень хорошем организованном уровне и при высокой явке избирателей прошли выборы депутатов Совета Славянского района 7-го созыва. С отличным настроением славянцы голосовали за наше ближайшее будущее, за стабильность и поступательное развитие Кубани и нашего муниципалитета. Вновь избранный депутатский корпус уже начал свою работу. Об этом мы расскажем в репортаже, который открывает нашу информационную программу. Надежды славянцев, думается, были не напрасными. Они сделали свой правильный выбор. В составе избранных депутатов люди образованные, с опытом работы, в том числе и в реальном производстве. Активные общественники, словом, те, кому жители нашего муниципалитета действительно доверили решение множества вопросов, от которых зависят жизнь и благополучие славянцев в предстоящее пятилетие. Всех собравшихся. А в зале были депутаты Совета Славянского района 6-го созыва и представители городского и сельских поселений района, приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский, который отметил, что благодаря слаженной работе предыдущего депутатского корпуса и исполнительной власти очень многое удалось сделать, построить важные социальные объекты. Нам удалось, я считаю, очень хорошо поработать. Сегодня программа «Есть комфортная среда». Мы уделяли особое внимание благоустройству наших парковых зон. Это, значит, на территории сад-гиганта, значит, это наш северный парк, это наши скверы, площадки. Высаживали зеленые насаждения, малоархитектурные формы. Большое внимание уделяли инфраструктурным объектам. Вода, канализация, газопровод, электроэнергия. Дороги, тротуары. Роман Синеговский поблагодарил депутатов 6-го созыва за хорошую работу, благодаря которой удалось добиться выполнения задач по социально-экономическому развитию района. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков сказал, что выборы в Совет Славянского района 7-го созыва признаны состоявшимися и действительными, и огласил поименно всех избранных депутатов. Им были вручены удостоверения. Глава Славянского района поздравил новый депутатский корпус с избранием и выразил надежду, что конструктивная работа двух ветвей власти будет идти на благо всем славянцам. Все вы избрали путь службы народу, все вы, наверное, мечтаете о том, чтобы наш город развивался, чтобы мы становились краше, чтобы появлялись социальные объекты, чтобы наши дети прославляли нас на разных площадках, районных, краевых, федеральных. Поэтому, конечно же, пожелать, чтобы мысли творческие вас посещали, чтобы у нас с вами получилось выстроить конструктивную работу, чтобы мы все были нацелены на созидательный результат. Добрые слова поздравления от депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского в адрес депутатского корпуса озвучила его помощник. Уважаемые депутаты, поздравляю вас с избранием в Совет муниципального образования Славянский район 7-го созыва. Избиратели поверили вам и доверили судьбу Славянского района каждого жителя в ближайшие годы. Деятельность депутата очень ответственна и многогранна. Закон об общем принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации наделил самую близкую к людям власть широкими полномочиями и большой ответственностью. Верю, что ваши знания, энергия, жизненный опыт и желание служить народу будут востребованы в полной мере. Затем состоялись выборы председателя Совета Славянского района 7-го созыва. Кандидатуру Григория Литовки, высоко оценив его работу за последнее пятилетие, поддержал Роман Синеговский. После тайного голосования были оглашены его результаты. Единогласно председателем Совета Славянского района был избран Григорий Литовка. Он поблагодарил депутатов за особое доверие в избрании на этот ответственный пост и выразил уверенность, что будет сделано все возможное, чтобы организовать творческую созидательную работу. Я уверен, что новоизбранный состав, а он сильно избранный состав, три кандидата наук, это руководители крупных предприятий, директора школ. Я думаю, что очень работоспособный состав. Как сказал Роман Иванович, мы должны творчески уже подходить, уже переходить на новые технологии. Я уверен, что у нас очень хороший есть в районе потенциал. Я буду все делать для того, чтобы наши избиратели, которые оказали нам доверие, вот чтобы не разочаровались в наших решениях.
Были созданы постоянные депутатские комиссии, утверждены их состав и руководство. Депутаты настроены на плодотворную работу, чтобы не только сохранить наработанное в предыдущем созыве, но и приумножить его, сделав жизнь в муниципалитете более благополучной и комфортной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».